уже не раз говорили, что иудейская пустыня манит нас к себе постоянно. И своей историей, и своими неповторимыми пейзажами, и своей молчаливой безлюдностью. А сейчас, после дождей, со склонами в зеленом окрасе, она обладает какой-то особой притягательностью. Иудейская пустыня зовет нас, а мы зовем вас в новое путешествие. Мы совсем не ожидали встретить наших старых знакомых бедуинов племени Убидия. Встреча была радостной. А дальше можно было проехать только на джипе. И мы уж собрались было идти пешком порядка 20-30 минут, как сказал нам бедуин Басом. Но он очень кстати предложил подвезти нас в своем микроавтобусе. О чем мы нисколько не пожалели. Хоть изрядно и потряслись во время пути по каменистой и сложной грунтовой дороге. Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Павел и Лариса. После пыльного Хамсина, это такой горячий ветер с мельчайшей пылью, прошел спасительный и очищающий дождь. Возможно, сейчас один из последних благоприятных дней для путешествий в пустыне. И что же мы для вас сегодня приготовили? Сохраним, однако, интригу. Всего лишь несколько секунд. Признаемся, что именно отсюда, с этой точки, мы видим монастырь впервые. Пожалуй, самый лучший вид на монастырь открывается именно здесь, со стороны востока. Узнали? Те, кто уже побывал в паломничестве. Конечно, узнали. Это монастырь преподобного Саввы Освященного. Потрясающе, великолепно, удивительно, живописно. Эти слова кочуют от одного нашего фильма к другому. Ведь это слова восхищения. Да разве можно не восхититься, глядя на подобное творение природы и человека? Какое величие! Впервые вижу этот монастырь вот в таких красках. Обычно, когда мы приезжали сюда с паломниками, то палящее солнце уже уничтожало весь этот зеленый ковер. И вот сейчас, в конце марта, нам и вам предоставляется возможность созерцать монастырь вот в таком зеленом великолепии пустыни.
Этого парнишку мы знаем уже лет 15, когда он еще с мальчишкой встречал нас у ворот монастыря. А сейчас он уже водитель микроавтобуса. Были времена, когда эти места назывались пустыней Святого Града Иерусалима. Это было в период расцвета христианства на Святой Земле, а именно с 4 по 7 век нашей эры, так называемый византийский период. Даются цифры также от 10 до 16 тысяч монахов, которые проживали в монастырях и лаврах Иудейской пустыни. Они-то и назывались пустыней Святого Града Иерусалима. В настоящее время исследовано несколько десятков монастырских поселений в Иудейской пустыне. Больше 70. Этот монастырь далеко не первый, основанный в пустыне, но, пожалуй, самый значимый. Напомню еще раз, что это монастырь Лавра Святого Саввы Освященного. Основан монастырь в конце 5 века нашей эры. Многочисленные пещеры по двум сторонам Кедронского потока. Вот здесь огромное-огромное ущелье. Это и есть Кедронский поток, берущий начало еще в Иерусалиме и уходящий в Мертвое море. По двум сторонам этого потока находились пещеры. И эти пещеры служили убежищем насильникам Лавры. Здесь есть и пещера Иоанна Дамаскина, и преподобного Ксенофонта, и его чад Аркадия Иоанна, ну и, конечно же, самого Святого Саввы Освященного. Сейчас самое время рассказать о двух основных типах монастырей. Это монастыри отшельников, они назывались лаврами, а были также кеновии, то есть монастыри общежительного типа. А были еще отдельные отшельники, не имеющие связи с монастырями. Итак, лавра. Сейчас лаврой принято называть большие монастыри. Но в ту эпоху было не так. Лавра в переводе – это узкий путь, дорожка. И лавра – это монастырь отшельников. Они жили уединенно в пещерах, хранили безмолвие и проводили время в молитве. А в субботу и воскресенье собирались вместе для богослужения в монастырской церкви. Не сразу можно было встать на путь анахорета или отшельника. Сначала нужно было пройти подготовительный период в кеновиях и лишь потом, по благословению настоятеля, продолжать свой духовный подвиг уже в лавре. А теперь о кеновиях. Слово это вмещает в себя два понятия – коинос и биос – общий и жизнь. То есть кеновия – это общежительный монастырь. Здесь ежедневно молились, трапезничали, занимались ремеслами, плели корзины и циновки, переписывали писания. Все это проходило совместно. Наиболее яркий пример кеновии – это кеновия преподобного Феодосия Великого. Его еще называют кеновиархом. Он заложил основы и устав общежительного типа монашества. А монастырь Саввы Освященного как раз представлял собой тип лавры,
В Лавре, конечно, жизнь была гораздо труднее, чем в Кенове, но именно этого и искали отшельники. Сава с самого детства уже жил при монастыре. Ему было всего 8 лет, и уже тогда, согласно его жития, божественная благодать окружала его. В 18-летнем возрасте Сава пришел в Святую Землю и долгие годы жил в общежительном монастыре по благословению Ефимия Великого. Затем он получил благословение поселиться в пещере. Ефимий следил за духовным ростом монаха, называл его молодым старцем за духовную мудрость. А после смерти Ефимия, проведя безмолвие 4 года при Иордане, святой Сава ушел вот сюда, где отшельником жил в пещере, указанной ему ангелом, и прожил еще 5 лет в духовном созерцании. Это было в 478 году нашей эры. Но слава его жизни привлекала к святому Саве тех, кто искал его духовного руководства. И всех он принимал. В лавре святого Савы при его жизни проживало порядка 150 монахов-отшельников. В лавре формировался типикон – богослужебный устав православной церкви. В 8 веке здесь жил богослов, философ и составитель духовных песнопений Иоанн Дамаскин. Вот здесь как раз за мной можно видеть его скит. Также здесь жил и биограф святых Кирилл Скифопольский в 6 веке и многие-многие другие почитаемые святые. Здесь истинная ученость соединялась с истинным благочестием. Самая первая церковь монастыря была устроена в пещере, на которую указал Саве огненный столб на противоположной стороне Кедронского потока. Он долго смотрел на это явление, а утром, придя на это место, нашел пещеру, иссеченную в скале в виде храма. Первый храм его называли Богозданным, посвятили Николаю Чудотворцу. А когда в этой церкви стало не хватать места для всех молящихся, то в 502 году построили новый храм – храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По молитвам Савы в монастыре нашли источник воды, который не иссяк и по сей день. А еще здесь растет финиковая пальма, по преданию посаженная самим преподобным. Об этой пальме и ее чудесных свойствах исцеления от бесплодия писал в 19 веке начальник русской духовной миссии архимандрит Леонид Кавелин. Пальма засохла в середине 20-го столетия. Но вскоре из ствола появился росток, и что интересно, его листья имеют те же свойства исцеления. От основания лавры по сей день ни одна женщина не зашла внутрь ее стен. Бытует ошибочное мнение, что вот в этой башне, которую вы видите за мной, левая, останавливалась мама святого Савы София. Но на самом деле эта башня построена гораздо позже. Ее называют башня сербов или Симеонова башня. Она была построена сербскими монахами в 1613 году. В башне есть цистерна для сбора дождевой воды, часовня святого Симеона и прекрасная обзорная площадка, хорошо знакомая всем паломникам. Вот он. Скит Святой Софии, мамы Савы, находящийся на западном склоне Кедронского ущелья, севернее Лавры. Его основал сам святой в этом месте. Thank you.
Сава отошел ко Господу в возрасте 94 лет, в 533 году, и вскоре его мощи были обретены нетленными. Крестоносцы, покидая святую землю, унесли множество святынь и реликвий, в том числе и нетленные мощи преподобного Савы. И несколько столетий мощи находились в Европе. А в 1965 году состоялось перенесение мощей преподобного Савы Священного в Иерусалим. А затем, после переоблачения, мощи упокоились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в монастыре. Существует предание, что в 1964 году Сава сам явился католиком с повелением вернуть его мощи назад в Лавру. История этой обители очень обширна. Это и расцветы, и падения, нападения бедуинов, грабежи, убийства и издевательства. И вновь духовное возрождение. Об этом монастыре можно говорить и говорить. На него можно смотреть и смотреть. И мы, конечно же, еще не раз вернемся к этой теме. А сейчас продолжим наше путешествие. Вперед! Мы движемся дальше, к следующему месту нашего путешествия. А пока мы едем, переместимся в пространстве и времени. Но тема нашего путешествия сохраняется. Вы не поверите, где я сейчас нахожусь. Это руины лавры преподобного Ефимия Великого, православного святого V века. Мало того, сегодня здесь была отслужена православная литургия. Я хотел бы представить клирика Русской Православной Церкви за рубежом, с которым мы дружим много лет, иерея Романа Гультяева. И мы стоим с ним здесь на фоне входа в знаменитую лавру преподобного Ефимия Великого. Отец Роман, скажите, вот в вашей жизни какую вот роль, может быть, повлиял Ефимий Великий в становлении вашего как священника? Дело в том, что я, когда учился в университете, я занимался исторической географией, и мне попала в руки книга, которая занимается, по сути дела, изучением монастырей древних, византийских, в пустыне. И я стал увлекаться этой темой, стал читать источники. Мне в руки попала палестинский патерик. Это знаменитый Кирилл Скифопольский, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. И поскольку эта книга написана практически очевидцем, то можно было делать практически по этой книге реконструкцию всех этих древних монастырей, которые часть сохранились, часть остались до сегодняшнего дня. И в итоге получилась карта. Пятый век – это, наверное, был некий такой импульс развития монастырей в Иудейской пустыне. Конечно, конечно. Ну, там, пятый-шестой век – это как раз пик. Мы говорим сейчас о сотне. Приблизительно сотни монастырей, в которых тысячи подвязалось монахов. Это неизгладимый, можно так сказать, вклад вообще в историю церкви. Палестинское монашество, так называемое. Но мы также должны понимать, что это не такая же по площади, не такая большая пустыня иудейская, она очень маленькая. Поэтому действительно локализовать и найти каждый из этих монастырей, возможно, было реально, изобразить их на карте, а потом просто прийти и побыть там.
что? А вы слышали, может быть, во время ваших исследований в университете и вообще, может быть, какие-то материалы попадались, что Алексей Афанасьевич Дмитриевский, известный византист, который вот написал свой ряд, серию книг «Великие 12-е праздники Святой Земли», полагал, что место, известное как Небе Мусса, чуть южнее сюда, в сторону Мертвого моря, он предполагал, что то, что мусульмане почитают как гробницу пророка Моисея, Муссы, то есть в их традиции, это и есть предполагаемая гробница Ефимия Великого. К сожалению, да. Но дело в том, что мы должны понимать, да, что эти исследования, они все-таки 19 века. Конец 19 века. Тогда, что говорят вот современные? Тогда археология только-только начинала развиваться. Мы еще не знали точно, где находятся монастыри. Мы предполагали по описанию, что они находятся действительно вот в этой долине, и в радиусе нескольких сотен метров друг от друга, но на сегодняшний день мы уже можем с уверенностью сказать, что монастыри Ефимия Великого все локализованы. В общей сложности их было 5. И все 5 мы точно знаем, где они находятся. И, конечно, в 19 веке какие-то ошибочные вещи называли монастырями, но на самом деле Небе Мусса – это не монастырь. А в каком именно монастыре Ефимия Великого сейчас мы находимся? Мы находимся в главном, центральном монастыре Ефимия Великого. Это называется Лавра Ефимия Великого, дословно. В котором... Это был второй монастырь, который построил Ефимий Великий. И этот монастырь стал самым главным, стал центром. Какое примерно число братьев в нем было в период его апогея? Ну, цифры не очень... Неизвестны. Нет, мы знаем эти цифры, мы знаем, как это ни странно, по числу, например, по количеству мест в трапезной. Вот, мы можем, из этого мы можем сделать какой-то вывод, сколько было. Печкам, по размеру печки, по размеру храма, можно приблизительно дать какие-то цифры. Ну и опять-таки в источниках тоже указываются цифры. Речь идет о нескольких десятках, то есть это 20, 30, 40 монашествующих. Ну, редко, когда 100. То есть это самая большая, например, лавра Святого Саввы Освященного, да, там действительно она была самой большой. Да, там до 400 монашествующих. Но опять-таки не в одном монастыре только, а во всех скитах, которые находятся вокруг монастыря. Точно так же вот Лавра Ефимия Великого. Здесь был центр, а повсюду были скиты, и монашествующие жили в скитах. Ведь недалеко же был монастырь Феоктиста Великого, Мартирия Великого, не так ли? Георгия Хазевита и Анна Хазевита. Да, эти все монастыри в радиусе нескольких десятков километров друг от друга находятся. Они общались, братья, между собой, этих разрозненных монастырей? Или это были отдельные независимые анклавы? Интересно, что, конечно же, они общались. Конечно же, они переходили из одного монастыря в другой. Например, здесь был такой очень известный будущий патриарх Иерусалимский Мартирий. И у него был, поскольку здесь монастырь был достаточно строгий, сюда, здесь принимали паломников, но не разрешали им оставаться жить на ночь. И он все-таки создал себе другой монастырь неподалеку отсюда, который рассчитан был на то, что в нем жили паломники, жили люди. И, собственно говоря, у каждого монастыря была своя функция. Своя какая-то особенность. Как вам, как священнику, служится в таких святых местах, которые находятся, во-первых, это благословенные святые места, от них остались, к сожалению, руины, но, тем не менее, есть такая сакральная реставрация некая. Как вам, какие у вас ощущения? Но это уникальные совершенно ощущения, потому что иногда бывает, что мы служим вот в древних храмах византийских, и, предположительно, мы там первые на протяжении, скажем, тысячи лет. Вот представьте себе, только что этот храм раскопали, нам предложили там послужить, и я знаю, что я первый священник за тысячи лет, который служит за этим древним престолом. Да? Но это неописуемо, конечно. Во-первых, это как путешествие во времени, можно так сказать. Ты уже теряешь ощущение времени, ты не понимаешь, ты в византийскую эпоху ты находишься или в наше современное время. И, конечно же, в этом есть какой-то, безусловно, миссионерское служение, потому что эти храмы, они не забыты, они вновь озвучены молитвой,
и они заново исполняют свою функцию. По-моему, это прекрасно. Не помните, как именно, при каких обстоятельствах вам пришла такая идея именно служить литургии на руинах каких-то православных византийских монастырей? Ведь не только в этом монастыре служите. Ну, тут как нельзя лучше, как раз нам помогла корона. В этом смысле, особенно последнее время, последний год, да, поскольку мы вышли из храмов на улицы, и на улицах нам разрешали служить, но ты не будешь служить просто так на улице. Все-таки мы стараемся служить на том месте, где был раньше храм, или какие-то остались от него руины, или какие-то мозаики. Иногда даже престолы остаются. И, ну, поскольку на Святой Земле таких храмов очень много, речь идет о сотнях древних византийских базилик, которые раскопаны и которые не восстановлены. И поэтому послужить хочется везде. А тем более, если в феврале температура достигает плюс 22 градуса по Цельсию, не правда ли? Конечно. Наверное, летом тяжелее служить. Летом невозможно. Невозможно. Если служить то под открытым только, небом, то только зимой. Зимой, да? Только зимой. Летом можно спускаться в крипты, в пещеры и служить где-то под землей. Ну что ж, я хотел бы вместе с отцом Романом поздравить всех наших зрителей, православных верующих, христиан, с памятью преподобного Ефимия Великого, передать низкий поклон из Иудейской пустыни, поблагодарить отца Романа за приглашение на эту божественную литургию, где мне довелось чудесно сегодня тоже участвовать. Всем низкий поклон из Святой Земли. А между тем мы уже приехали к следующему монастырю. И снова кузы, и снова бедуины. Знакомьтесь, это ущелье Вади-Кельт. Здесь расположен еще один древний монастырь. Это монастырь преподобного Георгия Хазевита. Thank you.
Эта местность называется Хазиба. Здесь проходила древняя дорога из Иерихона в Иерусалим. Обратите внимание на кресты с нескольких сторон. Они обозначают границы владения монастыря. А еще это кресты, указывающие путь паломникам в монастырь, потому что они отчетливо видны с разных сторон. Древнее предание связывает эти места с родителями Божьей Матери, Иоакимом и Анной. По этому преданию святой праведный Иоаким молился здесь о даровании чада в течение 40 дней. И явился ему ангел и принес радостную весть о том, что он станет отцом и родится у него дочь, более всех дочерей земных. Об этом написано в апокрифическом протоевангелии от Иакова. И в византийские времена главный храм обители был посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы. Сам монастырь основан 5 монахами, пришедшими из Сирии примерно в 420-430 годы. А после здесь поселился Иоанн Хазивит. Хазивит по названию местности Хазиба. И своими аскетическими подвигами прославился он среди местных подвижников. После его убедили стать епископом Кесарии. Но последние годы своей жизни он все же провел в этой обители. И как и Савва Священный, и другие редкие подвижники пустыни Святого Града, прославился чудотворением, прозорливостью и даром исцелений. Монастырь носит имя другого подвижника – Георгия Хазивита. Георгий родился в 6 веке. В молодом возрасте он пришел на святую землю в монастырь к брату, получив благословение жить в келях Хазивитской обители. Он прослыл своими подвигами по всем пределам. Через какое-то время стал духовным наставником. Интересно, что настоятелем он никогда не был по своему смирению. Монастырское братье называло Георгия железным человеком за силу его духа. Житие описывает многие чудеса и подвиги, которыми прославился этот подвижник. Георгию в чудесном видении было открыто предстоящее разорение Святой Земли от персидского нашествия в 614 году. Он был в другом монастыре, в Каламуне, когда персы захватили и эту обитель. Они убили многих монахов, но его не тронули из-за изможденного аскезой вида. Георгий прожил до глубокой старости и скончался в 625 году. Ученик Георгия Антоний Хазивит описал житие старца. Монастырь восстановили только в 1179 году при императоре Мануиле Комнене. Но уже через 10 лет после поражения крестоносцев монастырь был захвачен воинами Салахиддина и сильно поврежден. А к 15 веку здесь остались лишь руины. В середине 19 века здесь вновь начала оживать аскетическая жизнь. В эти места пришли из лавры Саввы Священного два монаха-отшельника. Они положили начало возрождению монастыря. А в 1878 году поселился здесь греческий монах Калиник. Начались раскопки монастыря и восстановление. На средства Иерусалимской патриархии монастырь к началу 20-го столетия восстановили. Строительные работы периодически ведутся и сейчас. И мы, конечно же, сюда еще вернемся. Наш рассказ об этом монастыре не закончен.
нелегкий, впрочем, как и все остальные, но достаточно продуктивный и, можно сказать, духовный. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Будьте здоровы, счастливы и всем огромный привет из Иудейской пустыни. И до встречи на следующей неделе.